декана школы имени Гнесиных. Вашим педагогом был Михаил Сергеевич Хохлов. А вот каким он был педагогом, как вы считаете, что вы вспоминаете? Какие черты больше всего? Он был близким другом сразу. Вот это было самое важное. Вообще, я настолько, к сожалению, настолько часто встречаю людей, у которых так получилось, что у них просто отбили желание заниматься музыкой, вне зависимости от, собственно, профессионализма какого педагога. И что люди хотели бы, но как-то вот не продолжили. Мне же повезло, что не только с Михаилом Сергеевичем, но и с Андреем Дивом из Московской консерватории у меня сложились очень близкие отношения. Почти сразу, и они продолжаются по сей день. То есть творческое общение не прерывается, и с окончанием школы оно не закончилось, а продолжается и развивается? Ну, конечно, это не удивительно, ведь наша профессия предполагает, что ученик и учитель просто очень много времени проводят вместе и пропускают через себя огромный пласт музыки, которая была написана о любви, о страданиях, и пропускают вдвоем через себя в одно и то же время колоссальные эмоции на протяжении очень долгого времени. И, естественно, складывается, не только у меня, это просто в этой профессии складывается довольно часто между учеником и учителем очень близкие, особенные отношения, которые, собственно, с окончанием, так сказать, учебы, они никуда не деваются, не заканчиваются. Ну, вот эти эмоции, вот эти чувства все почувствовали сегодня и в Чайковском, и в Моцарте, и в Кармане. Спасибо вам большое. Вам спасибо. Михаил Сергеевич, вот я знаю, что Эдуард Кунц приехал из Сибири и начинал свое обучение в Омске, если я не ошибаюсь. Вот что вас привлекло, прежде всего, в этом мальчике, когда он приехал к нам поступать? Ну, я впервые его услышал на конкурсе имени Глинки. Это такой детский конкурс, по-моему, ему было 9 или 10 лет. Вот. И так получилось, что мнения жюри разделились по поводу его игры. Часть была резко против, а я находился в той части, которая недоумевала, почему же он не понравился по каким-то причинам. Вот. Но мы победили. Наше мнение восторжествовало, и он получил премию на этом конкурсе. Вот. Но символично, что уже вот в 9 лет, 9-10 лет, его игра воспринимается неоднозначно. И так это происходит и до последнего времени. Даже вот на последнем конкурсе Чайковского. Ситуация прямо повторилась, да? Прямо повторилась. Я думаю, что она не повторилась не относительно вот того времени давнего. А она, я думаю, повторялась не раз у него в его биографии. Он такой музыкант, такой исполнитель, такой артист, который вызывает эмоции. И только заодно это можно его уже ценить. Кто-то, может быть, его полюбит за это, кому-то, может быть, кажется, что это то, что он делает в каком-то смысле чрезмерно. Но никто не остается равнодушным. И это главное, потому что если после концерта человек уходит равнодушным, то значит цель концерта не достигнута. Вот. Собственно, это его особенность, она все время является стимулом для развития, огромным стимулом, потому что он наверняка слышит противоположное мнение своей игры, он может с чем-то не согласен, с чем-то соглашается, но в конечном итоге он сам себе судья и сам определяет вектор своих пристрастий, своего вкуса. И этот вектор, я уверен, полностью искренен, основывается на искреннем понимании музыки, на искреннем ее чувствовании. Как известно, музыка – это, в общем, искусство, которое
вышло из эмоций, и оно является прямым отражением эмоций. Если в ней нет этого, то это уже какой-то другой вид искусства. Вот. И мне кажется, вот Эдуард полностью отвечает вот этому требованию. Спасибо большое.